Если это будет конец, то я расскажу тебе о начале. О том, как зажглась твоя искра. Зажглась от твоего желания выжить. От силы, которая струилась изнутри тебя в это чарующее царство красоты и упадка. Твое пламя стало намного сильнее, но в конце концов этого было недостаточно. Ты ответил на зов, но кто ответил на твой? Никто, кроме тьмы, злобы и беспощадных легионов тумана. В одиночку никто не сможет противостоять им. Но ты не один, потому что сейчас пришли мы с железом и сталью и пламенем древних, которое течет в наших венах. Вместе мы вернем то, что было украдено, и изменим эту землю по нашей воле. Мы заявляем, что если этому суждено стать концом, то это будет не наш конец.